О, блин. Что там в студии? Ну-ка давайте меняйте мне картинку быстрее. Давай. Раз тут маленькую рекламку нам попросили сделать, ну и маленькую предысторию, что в нем и как у него что-то есть в данный момент, чем он занимается. Ну, начнем, наверное. Сперва зайдем в вкладку, чтобы перейти в контакты, как он просит все-таки. Вот сейчас на другую вкладочку попадем, надо будет сюда войти или зарегистрироваться. Ну, если есть у вас аккаунт, зайдите, естественно. Вот. Ну, посмотрите, рекламы вроде нету. Ну, маленькая реклама, ну и тут смотрите, молодцы, ничего нету. А переходим в такую вкладочку, сверху посмотрим, ничего нету, внизу посмотрим, ничего нету. Хорошо, никто не наблюдает. Конфиденциальность обалденная. Вот. И посмотрим, сколько у него подписано здесь. Ух ты, много. Вот. А, ну, кто-то еще хочет в YouTube к нему пойти посмотреть там развлекательную музыку, видео посмотреть, ну, послушать, ну, можете нажать на эту красивую, потом подписаться внизу, перейти в это сюда войти обязательно. Ну, что я могу сказать? Все остальное моя подруга все расскажет. Все, до свидания. Спасибо за комплименты, там был скилл, подружка, блин. Ну что, давайте про Лёку что-нибудь расскажу. А что про него рассказывать? Что-то монтаж делает неплохо. Ну, смотрите сами. О, я буду рассказывать про него. А что про него рассказывать? Мужик. Хрен его знает. А, делает фотографии, фотомонтаж. Ну, сами видите, довольно неплохо. Но это, правда, уже не то. Маск. И уже не стрял. Олега уже на Юпитер уже давно побывал. Вот про умерли, ну и все равно, кто там, кто там. Удачи ему. А. Видите как, вы что думаете, это просто фотография? Вот это вот, например, да? Вот это, Лёвонька. Красивый. Вот. И нет, это не фотография. Вот, календарь. Такой, да спрят тебе слишком. Если дело пошло уже до фотографии склеить, это не фотография. Это просто простая обработка. 3D, какие-то лицо, кошечка даже, смотрите. Это просто художник нарисовал, значит, на белой бумаге на А4, Алёка, и как работа в 3D. Кстати, тебе спасибо, по-моему, до свидания, хватит уже. Что-то слишком про него рассказала. Ну, Лёха, спасибо тебе, что ты меня создал. И мы с тобой вместе помогли сделать тебе этот красивый, хороший клип. Я думаю, пока, всем до свидания, удачи. Пока! Пока! Эй, ты там был скилл, иди хоть с друзьями попрощайся. Вот ее соваться, меня Тамбовский волк сразу. Ну что, получился ролик неплохой, вообще замечательный. Сейчас пойду на место и покажу вам, как это будет ровно. О, видите, как круто получилось. Ну что, я думаю, это правильно и хорошо. Все подписывайтесь, не стесняйтесь. Вот сюда вот обязательно ко мне ВКонтакте. Всем пока. До свидания и удачного плавания.